Звонить в службу 102 стало намного проще. Теперь, если вы стали свидетелем какого-либо нарушения закона или вам нужна помощь, вы можете сразу же сообщить об этом правоохранителям, нажав одну кнопку. До этого на улицах города установили устройство со специальной SOS-кнопкой. Ей могут воспользоваться как взрослые, так и дети. На данный момент аппараты имеются в 10 местах в районе Батыс-2, возле центрального стадиона, в поселке Каргалы по улице Сатпаева. Установлено в криминогенных местах, то есть был выбран, определен сейчас сотрудниками полиции, то есть наиболее криминогенные места. А в последующем мы ждем комментарии от граждан, то есть пусть они нам подскажут, какие наиболее важные места, по их мнению. Уже на следующий год мы будем устанавливать в местах согласно мнению граждан. Использование простое, подходите, нажимаете кнопку вызова, все, вы слышите гудки, то есть значит идет связь до оператора. Оператор выходит, и вы слышите с динамика звук, то есть он видит вас и слышит, а вы только слышите оператора.